Олеся Белякова – человек, который идет за своей мечтой. С детства она хотела работать в правоохранительных органах. Этого добилась. Правда, к цели пришла не сразу. После вуза работала учителем биологии в школе и только 10 лет назад устроилась в органы. С тех пор бодро шагает по карьерной лестнице. Сначала была дознавателем, потом начальником отдела дознания, сейчас уже руководитель следственного отдела полиции. В подчинении 27 человек. Я люблю свою работу за вот этот безумный ритм. Даже за то, что меня иногда будет 2 часа ночи спросить что-то там по квалификации. Я любила даже, когда работала дознавателем, дела расследовала. Меня будили ночью, когда моего там подозреваемого задерживали. Я ехала там его арестовывать, задерживать в ОВС. Я просто люблю это все. Мне это все нравится, этот вот. Безумие, так сказать, такое. Начальник следствия должен быть в курсе всех дел, расследуемых в отделе. Это огромный поток информации, тысячи страниц текста. Олеся на память не рассчитывает и все записывает. Старается надолго из колеи не выпадать, иначе утонет в данных. На работе практически живет. Сегодня пришла в 5:30 утра, уйдет после 9 вечера. И работаем действительно допоздна. С утра иногда рано приезжаем, кому как удобно. У меня есть сотрудники, которые любят приезжать к 6 утра, пока никого нет на работе, тихо. Кто-то, наоборот, остается позднее. Вот. Я люблю приехать рано и уехать поздно. Скажем, я работаю 10 лет. Я на работу еду, улыбаюсь и пою песни. Поэтому, наверное, люблю. Иначе здесь никак. Здесь расследуют грабежи, кражи, разбираются с хищениями и тяжкими телесными. Работать приходится с маргинальным срезом общества. Да и хороших новостей или позитивной информации здесь практически не бывает. Но ко всему привыкаешь и даже уже контингент начинаешь узнавать, рассказывает Олеся. Фамилии уже даже вот сводку читают, уже знаешь, кто на что способен, мог, не мог, конечно. За 10 лет изучаешь их очень, и они нас изучают, и они нас знают. И у меня приходили, когда я дела расследовала, говорили, я про тебя справки навел, будем работать. То есть с ними приходится же налаживать контакт в любом случае. Иначе не получится. Когда мечта стать следователем исполнилась, ее сменила другая – искоренить преступность. С этой будет посложнее. Профессиональный праздник Олеся встретит и проведет на дежурстве. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.